Всем привет, продолжаем гулять по моему городу, Санкт-Петербург называется. Казанская 39, вот краткие сведения про этот дом. Архитектор не установлен, год постройки 1825-1871, стиль классицизм. Собственный дом Иохима, доходный дом Екатерины Ивановны Стукеи. Архитектор Стукеи Вениамин Егорович, перестройка дворовых флигелей в 1871 году. Дом построен в первой четверти 19 века. Автор не установлен, как я уже сказал. Собственный дом известного на весь Петербург немецкого каретного мастера Иохима, построенный им для себя, в который он перебрался в 1813 году, переехав в свою мастерской на Литейном проспекте. Позднее в этом доме жил Гоголь. Но, как пишет один из исследователей, дом никогда не был доходным домом Стукеи. Он принадлежал матери, архитектор Екатерине Ивановне Стукеи, девичьей Иохим. Она наследовала здание после смерти своего отца, каретной девы мастера Иоганна Альберта Иохима. С владельцами были ее братья, но не дети. В начале 1870-х Екатерина, оставшись единственным владельцем дома, продала дом, но не своим детям. Таким образом, этот дом нельзя назвать доходным домом архитектора Стукеи, пишет один из исследователей. Еще в 1822 году Иохим все же еще не был каретным мастером. Он был сидельным или сидельником, как тогда называли эту специальность. И мастерская его находила на Мещанской. Как я уже говорил, здесь, в этом доме, проживал Гоголь. Вот что он пишет. «Все деньги я только получил ваше письмо с деньгами», — он пишет матери. «Около 20 дней шло оно, да и более недели пролежал уже здесь на почте по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Дом, в котором я обретаюсь, содержит в себе два портных, одну Мершан де Мот, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегетировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. Я живу на 4-м этаже, но чувствую, что здесь мне не очень выгодно. Когда еще я ранее жил с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана. Тогда-то мы платили пополам, за то самое я плачу теперь один. Но, впрочем, мои работы повернулись, и я, наблюдая внимательно за ними, надеясь в недолгом времени добыть что-нибудь, если получу верный и несомненный успех. Напишу вам об этом подробнее. В апреле 1829 года из дома Трута на Екатерининском канале переехал на Большую Мещанскую в дом каретника Иохима, о котором он пишет. В доме Иохима Гоголь прожил вплоть до отъезда своего за границу в июле 1829 года. Маменька присылает ему денег, но их едва хватает для того, чтобы заплатить Иохиму за квартиру и накормить себя и слугу Екима. Здесь с апреля 1828 по мая 1829 практически год жил польский поэт Адам Мицкевич. Говорят, что под впечатлением быстрой езды по ночному Петербургу Мицкевич написал героическую балладу «Фарис». Это баллада об отважном всаднике, достигающем своей цели, несмотря ни на какие препятствия. Но это мнение. Ну вот так вкратце про дом номер 39 по улице Казанской в Санкт-Петербурге. Все, всем пока, всем привет. Пользовался данными сайта CityWalls, Википедии и какими-то источниками, которые я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.